Всем привет! Наверное, вы видели каждый этот пост. А также, смотрите, мой друг. Адекватный. Адекватнее всех. Вот, смотрите, например. У этого моего хейтера, который, я думал, перестал меня хейтить. Но я просто сейчас. Ну, не про хейт, а про другое. Ну, вы все видите, что у него 3 подписчика. И это уже не фотошоп, простите меня. А до этого он делал фотошоп, что он у него даже нету доказательства, что он ее накручивал. Если я бы накручивал этих подписчиков, у меня не было. Ютуб бы у меня этих подписчиков вообще убрал. А он что вообще заблокал? А теперь переходим опять же. Теперь переходим на его канал. 115 подписчиков. Чё? Сам говорит, что я накручиваю, а сам накрутил. Чего? Какая-то ерунда по наиполнейшая. Кстати, советую посмотреть его разоблачение. Кстати, если перейти на канал, вот адекватный человек, подпишитесь на него. А лучше поставлю колокольчик. Вы тоже самое сделайте. Ну вот все мои... Все, что я хотел сказать.